Кузница музыкальных талантов – место, где видят и развивают способности юных новополочан. И где, как писал Маяковский, зажигают звезды на музыкальном небосклоне нашего города. Скрипачи, флейтисты, баянисты. За 50 лет музыкальный колледж Новополоцка выпустил более 3000 специалистов, которые прославляют культурную столицу Беларуси не только в стране, но и за ее пределами. И в этот праздничный день они вновь приехали в родной город, чтобы поздравить любимый колледж с юбилеем. Годы, проведенные в училище, были наполнены творчеством, плодотворным трудом. Конечно, было тяжело, но и очень интересно одновременно. Пожелать всем педагогам терпения, хороших студентов, благодарных, талантливых, трудолюбимых. Всегда с радостью приезжаем на мероприятия, которые посвящены колледжу. Хочу пожелать долголетия, творчества. Самое главное – востребованности выпускникам в дальнейшем и всего самого наилучшего. Праздник собрал не только нынешних преподавателей, но и ветеранов педагогического труда, а также многочисленных зрителей и гостей. Здесь вручили почетные грамоты и благодарности Министерства культуры и выразили глубокую признательность всем причастным к раскрытию талантов новополочан. Особое внимание первому директору колледжа Борису Полякову и его преемнику Александру Кондратюку. Они вложили всю свою душу в искусство музыки. Воспитание и обучение талантливой молодежи – это один из приоритетов в нашей стране. И Новополоцкий государственный музыкальный колледж отличается в этом. Ведь коллектив на протяжении уже 50 лет занимается тем, что создает благоприятные условия для развития и реализации творческих способностей молодым талантам. Благодаря коллективу музыкального колледжа воспитано огромное количество творческих людей. Коллектив Мус-колледжа в прекрасной творческой форме. Он ежедневным трудом доказывает преемственность белорусских духовных ценностей, сохраняет культурную среду региона, интерес к творчеству и музыкальным традициям. Виктория Клементенок, Артем Табаков, Вектор ТВ.